Let's get loud. Turn the music up to hear the sound. Let's get loud. Let's get loud. Anybody gonna tell you what you gonna do? If you wanna live your life, leave with all the wind that you wasted. Every feeling, every beat can be. So when you speak, you gotta taste it. Было. Алена Товстик, посмотри, какая у тебя уже армия фанатов. Между прочим, эта композиция Джей Ло принесла в 2001 году Грэмми. Так что песня счастливая, Алена. Вся мужская аудитория вот сейчас просто в шоке. Вот я стою, я даже сказать ничего не могу. Начнем обсуждение с наставниками. Иосиф, вы рветесь в бой? Да, песня Джей Ло, но выглядит она как Кайли Минок. Многообещающий комплимент. Да. Серег. Это хорошо, конечно. Мне нравится Кайли Минок. Да, я слышу. Валерия знает? Да, конечно. Я видел ее последний клип. Она такая хрупкая, такая ладненькая. Все у нее ладненько. Вот. И здесь все тоже ладненько. И по песне, и по музыке. Все совпало, что называется. Вот. А спасибо зрительному залу. Они всех так хорошо, одинаково принимают. И это здорово. Спасибо вам за ваши аплодисменты. Вот. Благодарные у нас зрители. А вы молодец просто. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Серега. Длина ног, как у Кайли Минок. Друзья мои, я буду честен. Я не могу отойти еще от выступления Данила. Вот. И вообще вот могу сказать, что это сейчас субъективно будет. Надоели англоязычные песни, которые не несут вообще никакого смысла. Ну какой здесь смысл? Давайте пошумим. Да? Ну то есть... Это не наша культура, и я, честно, я начинаю просто уставать уже от этого. Дженнифер Лопес – это красивая женщина, которая с упругими ягодицами, которая себя прославила сначала танцем, да, вот потом из нее сделали поп-звезду. Ну, то есть это поющая танцовщица. То есть это вообще не о вокале. И мне кажется, что Алена достойна, ну,
более сильных песен, более чувственных как бы, песен. Вот. Для меня это одна из таких композиций, которая фоном просто проходит и все. Ну да, вот в качестве закрывающей шоу такой вот композиции, да, она, наверное, приемлема. Вот, но меня вообще просто, даже вот, давайте так, как бы она ни выступила, мне просто сама песня это, вот сейчас не цепляет. Мне сейчас не до этих смыслов. А смысл эта песня не несет для меня. Спасибо, Серега, мы вас услышали. Ну а теперь, Руслан, разложите все по полочкам. Ваша звездная пыль летит на мой лапсердак до сих пор. Я ощущаю эту атмосферу праздника. Вот. В какой-то момент я потерял и начал волноваться, потерял вас. Среди балета. Просто потерял, потом, когда увидел, мне стало спокойно. Спокойно, все, вы увидел вас, вы потом подняли к себе на подиум. Ну, прекрасное закрытие нашего шоу. Вот, яркое, эмоциональное, праздничное. Вот, мне кажется, это вам подходит. Вот вам подходит эта история. Спасибо. Поэтому я вас поздравляю. Ольга. Спасибо. Аленочка. Самая артистичная участница «Фактора Бай» на сегодняшний момент. Яркая, драйвовая, эффектная, которая заполняет собой эту сцену, использует эту сцену. Это как я всегда прихожу на площадку и говорю, артист на площадке, пользуйтесь. Так вот и сцена дана для того, чтобы ей пользоваться. И ты и пользуешься ею, и чувствуешь себя очень свободно. И мне знаешь, что в тебе нравится? Что с тобой вот в огонь и в воду, несмотря на то, что ты хрупкая, ты на скаку коня становишь и в горящую избу войдешь. На каблуках взлететь на пьедестал и взять ноту второй октавы, понимаешь, не побояться ни каблуков, ни скользкой сцены, это вообще не важно. Очень рисковая девчонка, которая, несмотря на огромное количество «но», знает, что ей место на сцене под софитами. И я очень счастлива, что ты на этом шоу «Фактора Бай». Пусть в твоем лице все зрители, девочки, мальчики, все, кто нас смотрит, все, кто мечтают здесь оказаться, знают, что нужно верить в себя, верить в мечту и идти добиваться своей цели, работать над собой и с каждым днем становиться все лучше и лучше. Я тебя поздравляю, это было фееричное выступление, это офигенная, яркая закрывашка. Вот когда на сцене Алены, я, вы знаете, я просто ни о чем не думала. Меня Алена погружает в такую легкость, а выключать мозг просто необходимо. Он не выключается, вы понимаете, постоянно столько мыслей, миллион дел. Блин, а я плиту выключила или нет? А, я же... Просто... Тут... Мужчины тут саботаж устраивают, гасят, они не вас гасят, они меня гасят. И тем временем минута истекла уже давно. Это все аплодисменты сегодня, Ален, в финале собираешь ты. Давайте то же самое еще раз для Аленочки, нашего Товстика. Алена Товстик. Оля, и на это, кстати, есть очень простое объяснение и простая причина, потому что номер у Алены 01. Она Let's get loud! Если вы хотите проголосовать за Алену Товстик, набирайте 88-10-10-106. Далее порядковый номер Алены 01, либо отправляйте 01 на 2885 в виде СМС. Это была Алена Товстик, номер 01. И тебе большое спасибо, иди отдыхай, скоро увидимся. Я хочу еще раз напомнить, что только вы решаете, наши дорогие телезрители, кто же пройдет дальше в прямые эфиры и поборется за звание победителя проекта шоу «Фактор Бай».